Добрый день, друзья. Вернее сказать, вечер. Сегодня мы с вами будем высаживать нашу с вами капусту пекинскую Нику. Значит, я подготовила вот лунки, заложила в них перепревший навоз и добавила калий без хлора. Значит, туда я добавляю еще шелуху луковую. Очень пекинская капуста нежная, поэтому любит ее мошка. И все это дело посыпаю землей и перемешиваю. Прямо вот так вот все перемешаю. Обязательно хорошо должен быть перемешан быть навоз с землей. Земля, как вы заметили, сырая. Так, и беру нашу с вами пекинскую капусту. Так. Капуста пекинская Ника, она очень нежная, поэтому у нас на Урале сегодня обещают плюс 3 ночью, поэтому мы с вами ее прикроем еще колпаками. Колпаки я делаю из пластиковых бутылочек, разрезаю пополам и прикрываю. Так, следующую лунку также. Добавляю. Вот так вот перемешала все. Шелуху заглубляем пониже, чтобы она была в почве. И садим свежий следующий кустик. Вот так вот. Обязательно смотрите, чтобы сердцевина не была закрыта землей. Иначе капуста наша с вами не приживется. Эта капуста не любит. Так, ну и все, пожалуй. И так далее. Вот так вот мы садим с вами пекинскую капусту Нику. С моим секретом от мошки. Спасибо за внимание.